Председатель районного филиала партии «Аманат» и депутат районного маслихата сбила 2 детей и 9 коров. ДТП произошло в Бухажирауском районе Карагандинской области. Накануне вечером 33-летняя женщина-водитель, по данным полиции, на трассе Бутакара-Дускей вблизи села Тасшукы врезалась в стадо коров, а затем, потеряв управление, сбила 2 несовершеннолетних 8 и 16 лет, которые на мотоцикле двигались в попутном направлении. За рулем оказалась Анара Бузбаева, председатель филиала партии «Аманат» по Бухаржираускому району, депутат районного маслихата. По словам очевидцев, она ехала на высокой скорости. Младший мальчик, по данным Управления здравоохранения области, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и множественные ссадины туловища и конечностей. Он госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы. Старший подросток отделался ссадинами, но находится под динамическим наблюдением. По линии санавиации в больницу доставили детского хирурга. Если виновата Анара Байханкузы, она должна сначала весь ущерб возместить и расходы на лечение подростков, которых положили в больницу. Она сама обещала. Это первый такой случай у нас. Но если докажут, что она виновата, у нас есть партийный контроль, внутренний партийный устав. Будем рассматривать, какие меры применять. В Аманате заверили, что Анара Бузбаева в партии около 2 лет и находится на хорошем счету. Сейчас она в отпуске. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал.